Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, и в сегодняшнем видео я кратенько зацеплю момент получения халявы в нашей игре через свой конкретно канал, то есть получая подарки от меня как от автора. У меня немножко перевернулось мировоззрение, и данное видео, оно больше посвящено вопросу получения халявы, но только глазами тех ребят, которые являются действительно истинными любителями моего контента. Я не говорю фанатами ни в коем случае, но мне бы хотелось верить, что и такие ребята тоже есть. Поэтому, если вдруг вы не являетесь ценителям конкретно моих видосов, то я думаю, что данное видео не будет вам полезным, информативным или интересным, хотя попытайтесь досмотреть до конца, возможно, тема вас заинтересует. Как все вы знаете, на своем канале я постоянно провожу какие-то розыгрыши, ну, допустим, разыгрываю премиумные танки или разыгрываю особые пропуска на Battle Pass следующего месяца или текущего месяца. Короче говоря, пытаюсь поделиться всеми теми ценностями, которые сам периодически имею и хотел бы делать приятно своим зрителям и хотел бы их благодарить таким образом за то, что обращают внимание на мой контент и за то, что составляют мне компанию в развитии моей мечты. Но, ребят, есть и ложка дегтя во всем этом. Вчера я наткнулся на вот такой вот комментарий интересный. Причем, знаете, почему он меня заинтересовал? Потому что у человека была открыта подписка, и здесь четко показано, что он уже со мной 3 недели находится. И что же он мне написал? Я выложил видео по поводу того, что я открываю один контейнер Экспо, и в этом же видео рассказал по поводу того, каким образом можно участвовать в дальнейших розыгрышах. А именно, в ближайшее время я буду разыгрывать 3 особых пропуска на следующий месяц, на июль 2023 года. И я сказал о том, что доступ к этим пропускам будут абсолютно у всех, и меня не интересует статистика по победам, либо какие другие показатели в игре у потенциального победителя. Что же написал комментатор? Он написал, ну, конечно, розыгрышей будет еще много, надо же как-то канал раскачивать. Только лучше по 10 комментариев попроси оставить, кому не нужны твои ролики, которые по ходу даже не смотрят. Ну и дальше по тексту, я думаю, прочитаете, если вам интересно. Смысл сводился к тому, что я попросил оставлять максимальное количество комментариев для того, чтобы увеличить свои шансы. И комментатор обратил мое внимание на то, что данные комментарии, они, скорее всего, оставляются зрителями даже без просмотра моих видео. То есть, получается, я работаю в холостую. С таким же успехом я могу выставлять просто черный экран и просить под черным экраном оставлять комменты. Ради интереса я открыл комментарии под своими видео, под которыми я разыгрывал особые пропуска. Таким образом, я обратил внимание, что да, действительно, есть огромное количество комментариев, которые просто наштампованные. Я, в принципе, разрешил это делать. Я даже сам агитировал к тому, что чем больше комментариев вы оставляете, тем больше ваши шансы, что программа выберет именно ваш комментарий. Но ведь действительно, обратите внимание, какое количество комментариев, которые не несут в себе абсолютно никакого смысла. И при этом всем огромное количество комментариев от ребят, которые даже могут быть не подписаны на мой канал. Я просто по определению всем верил и продолжаю верить, что даже если у вас здесь нет вот этого красного значка, показывающего, сколько времени вы находитесь официальным подписчиком канала, то вы являетесь подписчиком, просто это скрываете по каким-то причинам. Ну просто я вот такой вот доверчивый чувак. Но факт остается фактом. Неизвестно, кому отходят подарки, которыми я, как автор, хотел бы делиться. Я хотел бы делиться, повторюсь, с теми ребятами, которые любят мой контент, которые поддерживают развитие моего канала, а не просто отдавать эти подарки, ну, не знаю, искателям халявы, которым все равно, с какого канала эту халяву забирать. Что могу сказать в свое оправдание? Да, действительно, я пытаюсь развивать свой канал, и вот такие розыгрыши, это действительно подстегивает многих зрителей возвращаться к контенту, популяризировать этот канал. Чем больше просмотров на моих видео, чем больше комментариев под моими видео, тем больше у YouTube алгоритмы срабатывают на то, чтобы предлагать мои видосы все новым и новым зрителям, которые не являются подписчиками канала. Но я понял для себя после вот этого вот комментария, и спасибо тебе большое, дорогой зритель, за то, что ты обратил мое внимание на это, я решил поменять систему отбора победителей. Что необходимо, ребят? Необходимо обратить внимание, что есть, допустим, зрители, которые являются победителями и в то же самое время абсолютно неблагодарными людьми. И при этом, опять-таки, остается под вопросом, а подписан ли, допустим, вот этот вот победитель с никнеймом Дед, который выиграл у меня премиумную машину, абсолютно не слушал, что я говорил на прямой трансляции, а я говорил, что я не начисляю самостоятельно данные подарки, нет у меня волшебной кнопки,
просто нажать начислить, и бац, у тебя уже через 15 минут появился подарок от меня. Я отправляю список победителей в Wargaming. Wargaming передает из рук в руки между собой, там сотрудники передают мой список, проверяют его на правильность, проверяют на то, не пытаюсь ли я Wargaming обмануть каким-то образом. И только после этого происходит начисление. Я говорил о том, что это занимает определенное время, и порой это занимает до 2 недель. Факт остается фактом, но никто, как правило, не обращает на это внимания, и многие считают, что если они победили, то автор каким-то дивным образом должен сразу начислить подарок. И потом я получаю вот такой вот комментарий на очередное свое видео, на анонс того, что я открываю новые розыгрыши. После состоявшихся мне пишут по поводу того, что я трипло, такое же, как и вот Блиц, засунь свою халяву себе, ну и дальше по тексту. Я уточнил, в чем именно я обидел данного человека, действительно ли что-то он от меня не получил. Подскажи, пожалуйста, что и на какой аккаунт, на что он мне написал, ну мне, например. Я спросил по поводу того, что именно и куда не пришло. Дальше была переписка, и в итоге я все-таки получил информацию, вот эту вот, которая меня интересовала. Ребят, если вы чего-то ждете, я обычный нормальный человек, просто напишите мне комментарий. Я читаю все комменты, абсолютно все комментарии под своими видео я читаю. Я открываю вот таким вот образом весь список комментариев, на которые я не ответил, и проверяю, что пришло сюда нового. И отвечаю по мере необходимости или по мере своих возможностей. Но, ребят, все мы люди, и надо относиться как-то по-человечески. Поэтому я решил поменять условия розыгрышей, и первое, что мы сделаем, ребят, будут участвовать в розыгрыше только те ребята, у которых открыта подписка. Открытая подписка — это наличие вот такого красного значка рядом с вашим никнеймом. Как этого добиться? Как сделать так, чтобы я, как автор канала, видел, что вы действительно подписчик моего канала? На основной странице YouTube, с левой стороны, вот в этом вот списке всего, чего только возможно, опуститесь в самый низ, нажмите на кнопку «Настройки», нажмите на «Конфиденциальность», и вот здесь в «Конфиденциальности» видите вот этот флажок «Не показывать информацию о моих подписках», ставите его на «Неактивное состояние». И таким образом, ребят, вы становитесь открытым источником информации в отношении ваших подписочек. И после того, как вы будете оставлять свои комментарии, здесь у вас будет появляться вот такой вот красного цвета значок, который говорит о том, что вы действительно подписаны на мой канал. Таким образом, ребят, первое условие участия в розыгрыше на очередные особые пропуска, а их будет целых 3 особых пропуска в ближайшее время, вам необходимо активировать вот этот вот красный значок, подтверждающий официальность вашей подписки на мой канал. Это первое правило. Второе. Мы уходим от вопроса того, чтобы оставлять максимальное количество комментариев, пускай даже одинаковых. Нет, ребят. Больше такого не будет, не буду нагружать вас необходимостью копировать и вставлять одни и те же комментарии. Количество комментов теперь не будет иметь абсолютно никакого значения, а обращать внимание будем на те комментарии, которые несут в себе какую-то смысловую нагрузку, а именно высказывают вашу позицию по поводу увиденного вами в видеоролике. Видите вы видеоролик в виде обзора на какой-нибудь танчик и пишете свое мнение о данном танке, аргументируете свое мнение, либо высказываете свои какие-то пожелания в отношении съемок видео, окей, вопросов нет. Но именно такие комментарии, ребят, и будут проходить отбор для того, чтобы участвовать в розыгрыше на получение каких-либо игровых ценностей. Напомню еще раз, игровые ценности я не начисляю с минуты в минуту, поэтому относитесь с пониманием. Если вдруг вас что-то беспокоит, всегда помните о том, что я обычный живой человек, который с удовольствием ответит на любые ваши вопросы, если эти вопросы действительно для вас являются важными. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо большое за понимание, спасибо большое зрителям за то, что высказывают свое мнение и дают мне возможность становиться лучше. Я стараюсь ради вас, я снимаю для вас, и я хотел бы, чтобы мой контент максимально радовал вас. Поэтому пишите свое мнение о том, что происходит на канале, высказывайте свои пожелания, свои предложения, жалуйтесь на жизнь, делайте все, что угодно, только не используйте нецензурную лексику, которую я не приемлю и сразу удаляю такие комментарии, даже если они являются позитивными. Напоминаю, в ближайшее время будет проходить розыгрыш на 3 особых пропуска. Под какими видео это будет проходить, я говорить не буду. Вы об этом узнаете только если будете смотреть само видео, а не ориентироваться на мои превью. Напомню для тех, кто не знает, превью — это картинка рекламная, которую вы видите на YouTube для того, чтобы на него перейти. Вот такая вот информация для моих подписчиков. Ребят, если вы еще не являетесь подписчиками канала, обязательно подписывайтесь на него, ставьте палец на колокольчик. И еще раз напомню для тех, кто уже подписан на канал.
Если вдруг в течение дня вы не получили уведомление о выходе нового видео, это не значит, что у меня видео на канале не выходило. Это значит, что у вас есть проблема с подписками. Что необходимо сделать для того, чтобы эту проблему решить? Зайдите, пожалуйста, на свой любимый канал, вне зависимости от того, мой это канал или какой-то другой. Если вы беспокоитесь о том, что именно с него не приходят вам уведомления, вот здесь вы видите клавишу «Вы подписаны». И на этом канале, открывая список, вы видите, что на основе предпочтений. Это значит, что далеко не все уведомления с этого конкретно канала будут вам приходить. Если у вас стоит «Никакие», это значит, что вы на канал подписаны, но абсолютно никаких уведомлений с этого канала вам приходить не будет. Поэтому, если вы хотите, чтобы, допустим, с моего канала вам приходили все уведомления, нажимайте «Все», и таким образом, ребят, вы будете получать каждое уведомление о выходе каждого видоса. Ну а еще, ребят, для того, чтобы не пропускать выход новых видео, обязательно заходите на мой Discord-сервер. Вы можете на нем пообщаться с ребятами, вы можете использовать голосовые чаты, которые там есть, похвалиться своими результатами. Вы можете там посмотреть новости игры, которые появляются на Дискорде, как только публикуются в официальных источниках. Вы можете ознакомиться со списком видео, которые выходили у меня на канале, и таким образом ничего не пропускать. А еще, ребят, когда на Дискорде будет 1000 плюс участников, мы разыграем там премиумную машину. Вот такая вот кухня. Спасибо большое за просмотр. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствие. Пока-пока.